купались цари, семьи их. Абсолютно небольшие комнаты с высокими потолками, что создает атмосферу не только уюта, но и какой-то личной свободы. И по сравнению с Екатерининским дворцом, где все в вензелях, а где потолки высокие, но разрисованные, здесь нельзя сказать, что ты стеснен, но при всем при этом присутствует полет мысли. То есть, пожалуйста, бильярд. Тут же портрет Александра III. Да, конечно, очень много новоделов сделанного уже после Второй мировой войны Великой Отечественной, потому что здесь находился штаб немцев. Но при всем при этом люди постарались и сделали не что-то подобное, а почти один в один. Ну, есть такой переходик, что можете посмотреть фотографии. Здесь все больше про Николая II, про Александра III. Трости. Опять фотографии.